Друзья, всем привет, и мы с вами сегодня поиграем в игрушку под названием Terraformers The Red Planet Avids. Впервые вообще такое название вижу, но не суть важно. Что хочу вам сказать перед тем, как начнем ролик, так это то, что я сегодня, сейчас вам скажу, очень довольно-таки поздно, записываю для вас 4 ролика по 4 новым игрушкам, причем довольно-таки интересным, и, как видите, очередная колонизация, куда же мы без нее, теперь, судя по всему, никуда. И что хочу вам сказать, так это то, что в ближайшее время, не знаю, будут выходить ролики или нет, потому что... Завтра вечером я уже уезжаю в другой город, чтобы сделать операцию своей собаке. И после этой операции мне еще придется за ним сидеть, наблюдать чуть ли, я не знаю, там 2-3 недели примерно. Поэтому не знаю, как будут выходить ролики, как часто и все в этом духе. Так что сразу вам сказал, что, ну, вообще, я без понятия, вот, честное слово, как все будет проходить. В прошлый раз было тяжело. Мы сделали на одну лапу, теперь на вторую. Надеюсь, во второй раз будет полегче, потому что уже знаем, что делать, что как и почем. Но загружать вас не буду, давайте начинать. Просто сказал, что ролики, возможно, чуть-чуть, знаете, так, будут выходить медленнее или реже. Я пока что не уверен, поэтому ничего говорить не буду по этому поводу. Так, игрушка. Да, я уже забыл, что мы тут делаем. Красная планета ждет. Добро пожаловать в проект колонизации Марса. Ну, это очередная игра про колонизацию Марса, окей. Маленький шаг для первых колонистов, но гигантский скачок для всего человечества. Шаттл приземлился, и ваша команда готова покорять Красную планету. Каждый мужчина и каждая женщина на корабле осознают историческую важность этой миссии и свою личную огромную ответственность. Их жизнь пройдет под куполами в искусственно созданной атмосфере. Но они здесь не ради себя, они здесь ради будущего человеческой расы. Пройдет много времени, прежде чем человек сможет дышать марсианским воздухом. Но все готовы неустанно работать, чтобы этот день настал. Дальше у нас все вылазит куда-то за рамки. Земля прислала ресурсы для создания первых поселений и предлагает нескольких лидеров, способных возглавить новое сообщество. Удачи! Окей, окей. Такое вот вступление. И что нам тут дают? 50 энергии, 29 пищи, 10 воды и 5 титана. Окей. Не знаю зачем, но спасибо. Сейчас будем понимать, что тут вообще происходит. Да, это стратегия. Это стратегия уже не от первого лица. А Марс — новый рубеж человечества. Красная планета предлагает множество возможностей для тех, кто готов начать все с нуля. Ваша цель — создать самодостаточную колонию, которая обеспечит поселенцам комфортную жизнь. И, быть может, однажды добьется независимости. Чтобы достичь этого, вам придется исследовать области, строить здания, добывать ресурсы, расширять свои города и, наконец, терраформировать саму планету для поддержания жизни. А заполненный индикатор будет означать, что ваша цель достигнута. Ага. Ага, окей, хорошо. Развивая свою колонию, обращайте внимание на показатель поддержка ваших людей. Если он достигает нуля, проект колонизации Марса будет признан провалившимся. Чтобы сохранять и приумножать доверие колонистов, возводите здания, которые увеличат уровень поддержки. Наращивайте население и выполняйте задачи по терраформированию. Каждые несколько лет ожидается, и запросы колонистов будут расти. А, ожидания и запросы. Давайте начнем с выбора лидера. Погнали. То есть у нас сейчас 100 поддержки. Я правильно понимаю? У нас идет ход? Нет, мы на паузе сидим. Без понятия. Что делать? Цели. Выбрать лидера. Это я могу. У нас вот тут кнопочка. Погнали. Так, у нас есть два челика, которых мы, видимо, можем с вами выбрать. Угу. Первый — это Тарик Файет. Тарик вырос в раздираемой войнами Сирии и хорошо знает, насколько хрупок наш с вами мир. Сделав блестящую карьеру в армии, он закончил контракт с частной службой безопасности, занимающейся обеспечением защиты гражданского населения в зонах боевых действий. Из-за травмы военного детства он всеми силами готов бороться за сокращение потерь и ведет войны законными методами. Он присоединится к проекту колонизации Марса в качестве эксперта по безопасности, чтобы помочь создать новое общество, способные предотвращать конфликты до того, как они вспыхнут. Угу. Спецоперации. А, точнее, специализации. Спецоперации эти ваши. Так, что это? Перепроизводство воды. Повышает производство воды на 1 за каждое производство. Угу. Понял, окей. Ну, больше воды производится. У них есть еще навыки, судя по всему, какие-то. Полицейский участок. Полицейский участок — бесплатное строение. Что он дает? Поставляет +1 комфортной жизни. Угу, угу.
Окей, что еще? Переработка. Выберите город, он вторично выдаст дневную норму ресурсов и также обеспечит вам минус 5. Ага. Минус 5 поддержки. Окей. Ну, это такой себе скилл. Поддержка нам, судя по всему, очень даже нужна. Исследовать. Исследуйте область. Чем дальше эта область от ближайшего города, тем выше расход энергии. И второй челик. У него почти все то же самое. А, нет, у них только вот это одинаковый исследователь. Здесь у него производство плюс 5 энергии. На этом ходу вам будет доступно еще 2 единицы получения науки. Без понятия, что это значит. И увеличивать... Ну, это все на науку у нас идет. Я думаю, нам сейчас безопасность на самом деле не так сильно нужна. У нас только-только зарождается, так сказать, жизнь на Марсе. И сразу же уходить в безопасность, полицейские участки. Вода, конечно, неплохо звучит, но... Я думаю, сейчас лучше уйти в науку, в исследование, правильно. Энергии лишней точно не будет. Так что выбираем, наверное, Густава Мирзояна. Угу. Искусственный интеллект. Густав — эксперт в компьютерном моделировании, и совместно с Хоре Дромедо они создали модель колонизации Марса. Сын армянина и шведки, познакомившийся на демосцене. Он с юных лет был заворожен возможностями, которые открывают перед человечеством компьютерные вычисления. Он понимает важность тестирования новых приложений в... Ой, такие сложные слова. Я сейчас не готов это читать, поэтому просто подтверждаем. Хороший чел. Все. Я доволен. Здравствуйте, меня зовут Густав. Прирост населения позволит вам выйти на стартовый уровень поддержки. Людям нужна пища, к счастью, Земля предоставила необходимые технологии, которые позволят производить достаточно пищи. Окей, хорошо. Это, я так полагаю, вот так вот у нас все выглядит, да? Эй. Вот это вот наша планета, и... А, я вообще смогу в города зайти? О, смог? Все зависло. Эй, ку. О, да, смотрите, территория есть. Это ваш первый марсианский город. Угу. А, я здесь могу, видимо, направо к мыши выйти. А хочу тут походить. Можно как-нибудь тут камерой побегать, нет? Ну, как-нибудь мышкой зажать. На правую выйти. То есть не могу, ладно. Окей. Создать технологии. Угу. Чтобы начать исследование технологии, перетащите ее значок на одну из пустующих ячеек в городе. Технологии? Погоди, имеется в виду вот это? Или какие технологии? Это ясно, погоди. Давайте разбираться. Что у нас тут есть? Пища, энергия, наука, вода, селитра, кремний, титан и тритий. Что это такое? Что тут сверху? Надо сразу разобраться, потому что, ну, потом будет тяжело, если сейчас этим не заняться. Количество зданий и областей. Каждая единица населения и роботы позволяют построить дополнительные здания. Угу. А также открывает доступ к еще одной области. То есть у нас сейчас максимум 5 зданий может быть. Если у нас появится больше народу, естественно, больше зданий. Все, понял. Штаб, поддержка, заход. Угу. Благодаря температуре. Что это значит? А, это комфортность, я так полагаю, да? Угу. Защита от радиации. Температура, уровень кислорода и количество осадков. Ну, естественно, это все в минусе, потому что терраформация вообще не идет. Нас единственное, что нас сейчас волнует, это, наверное, комфорт и защита от радиации, и все. Угу. К сожалению, да, камеру я передвигать не могу, это статичная вся движуха. К превеликому просто сожалению. И что мы будем делать? Наверное, сразу теплицу. Нам нужна еда. Еда, куда же мы без еды? А воду, я надеюсь, мы добывать сможем. А мне больше интересно, что вот это вот значит. Чтобы начать исследование технологии, перетащите ее значок на одну из пустующих ячеек в городе. Помните, что вам понадобятся ресурсы. Это имеется в виду технологии? Или какие-то еще имеются технологии? Я тут вроде ничего не нашел больше, да? Это что такое? Это я сообщить об ошибке. Наверное, да, это имеется в виду технологии. Вот эти наши построечки. Ну, давайте. Хорошо. У нас не хватает буквально одной еды, чтобы построить вот это. Что оно нам будет давать? Жилой модуль. Жилое здание плюс одно население, комфортность жизни повышается еще. Окей. Давайте начнем тогда сразу с этого. Че париться-то, да? Давайте куда-нибудь вот сюда. Во. Пойдет? Пойдет. А, он сразу построился. Я думал, время какое-то потратится. Как вы уже наверняка заметили, чтобы использовать технологии, необходимы ресурсы. Нужно исследовать соседние области. В идеале мы должны найти месторождение ресурсов воды. А, понял. И поставить на нем шахту. Исследование — моя сильная сторона. Приступим. Погнали. Так, а поиск месторождения. То есть еда у нас теперь добывается. Ну, буквально еще одну еду. И мы сможем построить с вами жилой модуль.
А также у нас есть основная задача, это набрать 300 очков победы. Окей, без проблем. А, погнали смотреть, переходим сюда. Нам сейчас необходимо с вами что? Правильно, вода. Вопрос, есть ли она здесь. А явно наличие кремния здесь есть. Есть еще научный интерес сюда двигаться. Здесь есть титан, возможно, третий, селитра. Но это не особо интересно. Меня сейчас больше интересует, наверное, научный интерес и воду найти. Вот вода это то, что нам необходимо. Так что давайте сюда. А, надо вот так вот надо сделать. Ага, я вас понял. Давайте вот сюда, да, как я и хотел. А, это просто нам дают ресурсы разово, я понял. Во время разведки в области наши исследователи что-то нашли. Месторождение кремния. Данная область представляет научный интерес. Можешь собрать образцы, полученные в ходе разведки. А, это образцы. Но я смогу еще добывать. Да, я смогу здесь добывать кремний, смотрите. Это что такое? Эта область имеет важное значение для исследований. Какая-то улыбочка. Но это, я так полагаю, вот это? Да, поддержка наша. Отлично, мы нашли место рождения. Прежде чем мы сможем построить на нем шахту, нужно расширить наш город. В эту область. А прирост населения или роботов открывает вам доступ к новой области. А, это имеется, знаете что? Сейчас я вам расскажу, что это значит. Это вот как раз таки я думал, что за шестигранник. А это имеется в виду как раз таки, сколько мы сможем построить шахт, судя по всему, да, дополнительных. Окей, я вас понял. Я вас перенял. Я все осознал. Что мы тогда делаем? Нам еще вода нужна. Давайте, может, сюда еще сходим. Здесь сразу три ресурса имеются. А это, знаете ли, нафига себе. А, тут пох... А, так тут... А, тут у нас идут ходы. Ну, то есть, пошаговая игрушка. Я только сейчас понял. Думаю, тут время проматывать надо. Увеличить... Угу, численность населения. Ну да, завершаем ход. Хорошо. Бац, готово. Каждый год вы будете получать на выбор три технологии. А, у нас каждый ход это год один, фига себе. Окей. Что будем исследовать? Что будем исследовать? Хороший вопрос. А, лаборатория. Производит нам науку. Неинтересно. А энергию производит. Поинтереснее звучит уже. И еще одна теплица. Вообще неинтересно. Вот энергия, да, интересует. Так, расположение рядом здания, население поставляет минус один поддержки за ход. То есть это надо ставить где-то на краю города, где у нас никого не будет, да? Но делается он также у нас из трития. Трития, так полагаю, довольно-таки редкий ресурс, возможно. Давайте возьмем. Я так полагаю, они работают как карточки, которые мы каждый год будем выбирать и благодаря ним что-то строить. Я прав? Надеюсь, я прав. Так, а пока что что? Выполняем дальше задание, а именно я хочу построить, наверное, жилой модуль. Если жилые модули нельзя строить рядом со всякими производствами, тогда давайте в левой части и будем строить жилые помещения. Я это не могу? А, могу, смотрите. Я могу перенести ячейку, но на это потребуются ходы. Ну, давайте тогда пока вот сюда бахнем. Чё париться-то, да? Да. Окей, все, жилое здание. О, это что? Это кто? Это я тут такой надел? Ну, это хорошо, кстати, что на фоне что-то меняется. Выглядит неплохо. Мне очень даже нравится. Возможно, кстати, какую-то из этих игр мы с вами обязательно пройдем. Я надеюсь, по крайней мере, что мы это сделаем. Так, а мы... А у нас все, у нас задания кончились, поэтому мы сейчас идем и, наверное, исследуем с вами... А у нас еще задание шахту построить. А, шахты я пока не определился, поэтому я иду сюда. Я все сказал. Так, можно... Да, это все три тут будет месторождение или как? А, тут основной титан. А, вот вода. Вода нам, кстати, тоже очень нужна. А тут, кстати, тритий производится. Я вот очень сильно хочу тритий, например. Вот я очень сильно хочу. Или что-то вот из этого двух. Что? Что я могу, например, взять? Чего у меня сейчас меньше? У меня сейчас меньше кремния, естественно, поэтому его, наверное, и возьмем, правильно? Ну, наверное, да? А чё, нет? А интересно, я смогу сразу туда потом построиться? Или мне надо будет еще здесь шахту иметь? Ладно, потом узнаем, погнали, пока сюда бахнем. Это у нас что потребуется? 4 титана, и энергия. Ну, то есть титан нужен для построек шахт. Тогда я сразу построю шахту. Погоди, он что уже сделал? Не-не, погоди. Ты уже построил? В смысле? Я вроде там отменил, нет? Погоди. Да, он уже построил, офигеть. А ты быстро, конечно, ничего не скажешь. Так, ну ладно, тогда не судьба. Можно как-то от нее избавиться?
Нет. А, во, и полностью удалено. Я уже ресурсы потратил, мне жалко. Еще бы я хотел. Ладно, производим кремний. Черт с ним, пусть он будет. А что мы делаем дальше? Пропускаем ход обязательно. Пока что строить нам особо нечего, поэтому да. Сдаем ход и получаем что? Плюс пищу можно получить. Это картофельная ферма. Это не надо. Вот мне население. Вот население мне надо. С этим не поспоришь. Тогда давайте вот так вот сделаем. Естественно, у нас еды столько нету. Еще в ближайшее время, естественно, не будет. Куда уж нам там. Правильно. Поэтому пока что идем исследовать. Вот, например, воду. Вода нам очень нужна. Получаем плюс 6 воды, 3 титана, 3 селитры. Замечательно. Ваша команда обнаружила потерянную партию ящиков с припасами. Судя по их состоянию, они уже довольно долго тут валяются. Песчаные бури содрали все опознавательные этикетки, поэтому определить их происхождение трудно. Но, по крайней мере, мы можем быть уверены, что их вряд ли уже кто-то охватится. О, еда вот точно лишней не будет. Так, окей, с водой вроде как разобрались. Нашли, да, где она имеется? Тогда что? Сдаем дальше ход пока. Так, а Земля открыла постоянное торговое сообщение с Марсом. Регулярные поставки ресурсов в обе стороны позволят нам и дальше развивать колонию и привлечь больше переселенцев Земли. Прикольно. Хорошо. Что мне нужно? Это что? Лаборатория. Может, ее, кстати, построим? У нас как раз-таки все для этого имеется. Я думаю, а почему бы и нет? Да? Да, давайте. Лаборатория лишней точно не будет, тем более мы пока что только ее можем с вами построить. Так что я думаю, лишним уж точно не будет. Ага, и это здание ничего не нужно. Ему вообще ничего для жизни не надо. Это хорошо, кстати. Куда я его хочу только построить? Возможно, куда-нибудь вот сюда давайте. Здесь еще одно жилое здание, бац, ну да. Да, и потом жилые здания куда-нибудь сюда уже буду выводить. А где ракета у нас построилась, мне покажут. Там вроде больше зданий появилось, нет? Ладно. Так, продолжаем. Что у нас? Куда будем двигаться? Что нам необходимо? А можем вот торговать, смотрите. Нам бы вот, блин, импорт, экспорт. Нам нужен импорт. А что мы будем отдавать? Пока что будем отдавать энергию. А сколько будем отдавать, без понятия. Ну, пусть отдает. Пусть отдает. Нам еда сейчас очень сильно нужна. А мы пока что будем дальше с вами исследовать всякую движуху. В какую сторону пойдем? Я думаю, вот эти две ячейки рядом с базой надо исследовать обязательно. А, так необычно, всюду, куда хватает взгляда, только красные скалы. Здесь идеальное место для начала масштабного строительства. На этом участке мы даже могли бы возвести город, но его обитатели окажутся без какой-либо радиационной защиты. Угу. То есть города лучше строить в каких-нибудь, как сказать, метеоритных этих, да? Ну, вот таких вот. Как? Ой, неважно. Ну, вы поняли. Все же все поняли, да? Надеюсь, да. Хорошо. Что еще? А, пока что все, наверное, сдаем ход. У нас только... Вот все, что мы пока можем делать, это выбирать здание каждый ход. И смотреть, как меняется наш город. О! Три крупные корпорации для улучшения собственного имиджа предлагают вашей колонии ценные ресурсы. Что возьмем? Тут что нам надо? Я бы от воды не отказался. Энергия, титан, фиг с ним, мы его начнем скоро производить. Энергия. Или вода? Вода. Почему вода? Потому что больше еды будем производить. Логичное заявление. Хотя энергия тоже звучит неплохо, потому что, ну, мы ее пока вообще не производим. А вот воду мы можем изи начать производить. Да, давайте так и сделаем. Хорошо, что еще? Жилой модуль, во. А, так у нас уже есть. Тогда что возьмем? Еще одну исследовательскую. Да не особо охота, если честно. На этом ходу вам будет доступно еще 2 единицы. Давайте, наверное, вот это возьмем. А, это я потратил исследования свои, что ли? О, некрасиво получилось. Тогда что сделаем? О, смотрите, что-то нормально. Завод по обогащению почвы. Соседнее здание, производящее пищу, приносит плюс 1 пищу за ход. Ну, кстати, интересно. Соединение здания, производящее энергию, приносит... О, интересно. Я хочу больше пищи. Вот пища нам очень сильно нужна. Нужно сейчас разрастаться, как этим просто. Как кроликом. Поэтому это то, что нам необходимо. Погнали. Так, все пока имеется. Все хорошо. Живем. А это нужно 22 селитры где-то наколдовать. Без понятия, каким образом мы это сделаем. Но пока сдаем ход.
Так, чтобы помочь нам в исследованиях, Земля отправила на марсианскую орбиту множество спутников-исследователей. Это позволит нам составлять карты отдельных регионов. Прямо из города, без необходимости отправлять исследовательскую группу в неизвестность. Мощные камеры спутников помогут нам раскрыть все секреты Красной планеты. Интересно. Цена 8 науки и 8 кремния. Нет, я не хочу, спасибо. Что это? Капсула Марса. Марша. Окей. Жилое здание. Здание населения полностью защищено от радиации. А, это неплохо, кстати. И население, и чисто роботы повышают лимиты, собственно, это ясно. Ну, в общем, это здание, которое можно строить спокойно вне этой всей движухи, да? Окей. Это что такое? Кто? Электролизатор солевого раствора. Господи. Плюс 2 поддержки. Заход за каждое здание стоимостью воды? Что? Принадлежащее этому городу. Эту технологию можно использовать только один раз в каждом городе. Интересно, кстати, звучит. Давайте возьмем. Просто, знаете, для галочки. Ни больше, ни меньше. Окей, исследуйте область с помощью спутника. А, меня прям просят. Не, ну если вы просите, давайте. Так, это здесь где-то? А, 3 хода. А чё, не 20? Ну ладно, давай куда-нибудь вот сюда. А, или он сразу. Ладно. Наши исследователи наткнулись на кратер, который может стать идеальной площадкой для закладки нового города. О, вот это неплохо. Борта кратера обеспечат минимальную защиту от радиации, а сверху его можно закрыть куполом, под которым людям будет проще существовать. Угу, угу. Еще и нашли всякую вкуснятину до кучи. Кайф. Можем построить здесь город, чисто в теории, да? Чудо природы. Эти страны выглядят складно, настоящее чудо природы. Соседние населения принесут 4 поддержки за ход. О, нихера. Звучит неплохо. А как? О, основать город. Это 30 пищи и 5 воды. Дороговато. Дороговато, пока, наверное, этим заниматься не будем. Что я хочу, так это отправить машинку отсюда. Собрать ресы. У нас еще целая куча всего откроется. Ну да, тут все больше, 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 больше до бесконечности. Ну как, конечность есть, конечно. Так, что тут? Я вот понять не могу, мы вообще торгуем или нет? Типа я... А, лимит достигнут. Зашибись. А, не, все правильно. А что, они вообще что-то делают, нет? Давайте будем чекать. 16:48. Сейчас я сдам ход. Да, плюс 1 и тут минус 1. Окей. Ой, что такое? Цена 8 титана производит энергию за ход. Большое поле ветряков для производства энергии. Ну, я так полагаю, его можно построить только... А, в освоенных областях. Нет, не особо интересно. Расположение рядом здания, население поставило... Тоже не особо интересно. Вот, кстати, смотрите, здесь за селитру... А, нам и так селитра нужна. Господи, нам целая куча всего надо. Давайте пока возьмем вот эту штуку. Ветряки, думаю, лишними точно не будут. Можно их вот сюда прямо сейчас захерачить. А, это замена. Не, замена тогда не надо. Мне заменять ничего не нужно. Нам нужно больше сейчас народу. Вообще, с едой такая беда, что ужас. А пока что отправляемся куда? Давайте вот это все соединим. Окей, во время разведки в области... Так, ничего нового, хорошо. Пока сдаем ход, да? Да, погнали. По чуть-чуть, по мальца, может что-то да и получится. Плюс 2 робота. Не наше следующее, роботы повышают лимит доступных зданий. О, блин, вот это интересно. Я могу, получается, сейчас построить здание с роботами, и мне станет больше всей движухи, да? Давайте это возьмем. Я хочу это построить, если честно. Вопрос, куда? Можно куда-нибудь... давайте вот сюда, кстати, чего нет. Вот, у нас получается 2 робота. У нас 2 ячейки появилось. Вау, так это кайф. Это очень хорошая сейчас ячейка. А что я хочу? Я хочу производить сразу же селитру, наверное, да? И еще что-нибудь по-любому еще сделаем. Обязательно. Так, а как там добавлять территории, напомните? А, или никак? А можно как-нибудь... Почему я здесь не могу, например, не могу территорию себе дополнительно взять? Он здесь говорит, но его обитатель окажется без какой-либо радиации. А, да, понял, хорошо. Здесь нельзя ветряки поставить как таковые. Тогда что делаем? Что нам надо? Нам по-любому нужна добыча титана. Лишний уж точно не будет, учитывая, что у нас тут за титан много чего делается.
Чтобы начать целительство, вы должны контролировать эту область. Чтобы освоить эту область, сначала увеличите население. Ага. Затем щелкните по кнопке освоения рядом с названием города. А, во! Вот что надо сделать. Давайте вот это возьмем и титан. Я сейчас поставлю ветряки и титан добычу. Во, я уже забыл, как это работает. Во, вот сюда ветряки бахаем. А вот сюда мы шахту. Все, смотрите, у нас сейчас все добываться будет. Гений? Ну гений же. Нет, ну сразу видно, что гений. Тут даже спорить, я думаю, не нужно. Хорошо, пока сдаем ход, наверное. По чуть-чуть развиваемся. Так, со временем люди начинают хотеть от жизни на Марсе большего. Угу. Каждые несколько лет уровень ожиданий вашего населения растет. А, да? А он теперь каждый раз минус 3 будет. Офигеть. А что нам надо? Расположение рядом здания населения поставляет плюс 3. О, это надо. Тогда мы это сейчас и сделаем. Хотя и еда не помешает. Блин, тяжело выбрать. Давайте вот это возьмем. У нас как раз сейчас с населением проблемы. Я знаете, что сделал? Я вот сюда воткну. Так, то есть, что мы сейчас с вами сделали? Мы построили, значит, вот эту штуку, да? Она что будет давать? Что она нам будет давать? Так это довольно-таки вкусные бафы, а именно вот на это здание. И вот тут я построю тоже сейчас сколько? Через ход, да? А, нифига. А, она тоже еду, да, требовала. Блядь. В общем, да, она 4 пищи ела с лишним. В общем, построим с вами потом еще один жилой сектор. У нас в итоге будет очень даже неплохой плюс в плане поддержки. И будем жить с вами в Чиколаде. Хорошо, хорошо. Что делаем дальше? Сдаем ход? Мы все сделали? Нет, мы еще не катались на нашем этом байке. Байке, машине. Машина, бэк. Так, куда? Куда поедем? Я бы хотел больше вниз, потому что я здесь, скорее всего, буду делать второй город. И, естественно, мне охота поисследовать, посмотреть, что тут есть. Экономия энергии. Произведите плюс 5 энергии. И что это даст? Это просто я скилл завязал. А, это нужно было выбрать. Ёбарды. А, ладно. Никуда не едем, значит, что могу сказать. Так, 22 кремния. Наука. Интересно. Роботы. Очень интересно. Вот это правда кайф. Робот это прям конфетика. Так что мы вот это и забираем. Хорошо. Теперь точно едем кататься. Едем кататься куда-нибудь сюда. Забираем ресики. Здесь у нас вода. Здесь у нас селитра. Здесь тоже селитра. Здесь улыбочка. Пойдет, пойдет. Хорошо. Пока копим. Особо никуда не торопимся с вами. Так, а в этом году у вашего текущего лидера закончился срок полномочий. Окей, давайте посмотрим, кто есть. Я могу опять его выбрать, кстати. А, он выходит на пенсию. Смотрите, он уже постарел вроде. Офигеть. Ну да, у нас тут очень быстро года проходят. Следующий у нас есть строитель. Он нам дает что? Создать технологию модульные апартаменты, не расходуя другие ресурсы, кроме пищи. Так вроде ничего кроме них и не расходуется. Странно. И еще отсюда отправляется исследовательская экспедиция. Станция снабжения. И что она нам дает? Без понятия. Выберите месторождение ресурсов. Добыть 5 единиц ресурсов. Действует бонус полезник добычи для большинства месторождений. Угу. О, вот это неплохо, чел. Вот это правда неплохо. Пошел производство кремния. Давайте вот этого возьмем. Да, хорошо. Что здесь? Солнечные батареи. Энергия заходит, если месторождение расположено на возвышенности. Вот, так давайте вот это возьмем, наверное, да? Или что? Что тут есть? Больница имеется. Больница. Интересно ли мне больница? Больница, на самом деле, была бы неплоха, потому что, ну, я хочу уже построить, возможно, скоро второй город. Ну, возможно, да? Такие, ну, есть мыслишки, знаете. Ладно, давайте пока в энергию будем упираться больше. Черт с ним. У нас еще... А что не хватает для роботов? Там вообще фигни, да, не хватает. Нам нужно больше чего? Титана. Так погнали сейчас титаном и займемся с вами. А именно прокатимся сейчас до титана. А, еще могу вот это здание построить. А, ну как это работает? Что он вообще дает? А что? Так необычно всюду, куда... А что она дает вообще? Без понятия, что я построил, нахера я построил. Ладно, допустим, оно нам окупится. Может, сейчас еще дополнительная машинка будет. Если да, то я вообще кайф почувствую, вы бы знали какой. Но пока давайте скипать. Опа. Открывает торговый путь и науку.
Это тоже на возвышенности надо все строить. Еще один центр роботехники. Вот это намного нужнее. Я это забираю. У нас уже два есть. Это мы моем. Вот это да. Так, и чё? Ты мне что-то будешь делать? Помогать там, не знаю. Я многое не рассчитываю, конечно. Чё мне надо? Мне нужен титан, поэтому мы сейчас вот сюда. Хорошо, три титана имеется. Третий, естественно, лишним тоже не будет. Куда вы без него, правильно? Как основать город? А, там 30 пищи надо было, точно. А я уже забыл. Окей, будем ждать. Пока что, наверное, построим чё? Мы, наверное, жилые секции будем строить не здесь. Вообще вот не здесь. Ну вот вообще вот не здесь, потому что, ну... Вот это все придется снести, короче. Если вкратце, то как-то вот так вот. Как-то все вот так вот. А я хочу, наверное, снести вот это. Давайте все здесь посносим. Что-то меня это все раздражает, если честно. Гадость это вся. Так, хорошо. Вот сюда. И... А, все. Что я еще хочу от этой жизни? Построили еще одну эту штучку, и мы теперь можем построить еще что-нибудь интересненькое. Тогда еще будем добывать. А, что нам необходимо в ближайшее время, так это... я без понятия. Я, если честно, вообще души не чаю. Нам желательно какое-нибудь свободное пространство, чтобы вырабатывать энергию. Но это будет в следующем ходу, поэтому давайте... Наверное, пока что промедлим. Но я бы, возможно, начал добывать бы тритий. Просто, знаете как? Ну, для галочки. И... А, нет, вот нам это надо. А, кстати, смотрите, мы получим недовольство, может, оно слишком далеко. А я не знал. Теперь буду знать. Давайте тогда, знаете, что сделаем? Мы вот это возьмем. Вот это вот снесем. Оно мне не нравится. Оно нам ничего не дает. И построим сюда вот добычу энергии. Во, намного же лучше, правильно? Во, ну так хорошо идем, нормально. Все, замечательно. Пока что с этим разобрались. Давайте пока скипать ход. Что делаем дальше? А, еще больше пищи. Это то, что мне нужно. У нас здесь вроде где-то должна быть штука. Вот это. Да, мне нужно селитру накопить. В общем, берем ее. Объяснять лень, поэтому пока что берем ее, потом, может, объясню. Давайте сразу ее построим. Вот куда-нибудь сюда, сходу, да? Хорошо. Мы значительно расширили наш стартовый город. Давайте теперь попробуем основать новый город. О, а вот это вы правильно подумали. В общем, сейчас будем основывать новое городишко. Давайте. Так, куда? Туда выйдем. Хорошо. Так, минус 10. Ну, я понимаю, блять, как много, ужас. Чё пока возьмем? Нам нужно новый город основать. Здание суда, комфорт жизни, лаборатории. Давайте вот это возьмем. Нам нужна пища. Нужна пища. Без пищи мы вообще в никуда и движемся пока что, к сожалению. А, вот это возьмем, откроем. Так. Реголит в этой области долгое время находился под водой. Так что здесь можно найти большое количество гидрированных минералов. Они станут изрядным подспорьем для выращивания пищевых культур и размножением различных форм жизни. Специально разработанные бактерии могут способствовать улучшению почвы и ускорять этот процесс. Что это нам дает? Без понятия. О, еще еду нашли. Вот это надо. Богатые почвы. Я хочу. А кто не хочет? Я хочу. Плюс 3 еды с нихера. Это мне? Спасибо. Хорошо. Давайте основать город надо. У нас как раз 39 этих образовалось. Бац. Менять не будем. Пусть как называется, так называется. Ничего против не имею. А, сразу забираем, наверное... Какой участок? Какой я хочу себе участок? Так, наверное, сразу куда-нибудь сюда бахнем. Вот здесь будет центр, да? Или нет? Я хочу вот эту область открыть. Это 3 энергии. Вот эту. А вот это вообще сломать можно? Не знаю. Не знаю, не знаю. Ну, может, их надо оставить, кстати. 4 поддержки за ход с нихера. Это неплохо звучит, на самом деле. Что мы тогда делаем? Давайте, хорошо. Вот сюда. Замечательно. Что тогда делаем? Вот это и вот это мы сносим. 5 энергии. Мало, мало, конечно. Естественно, мало. Но пойдет. Мало, но пойдет. Выбора все равно не особо много. Вот знаете, что обидно? Если, что тут, если уровень мирового океана повысится до 3, эта область будет затоплена. Ну, зашибись, блядь. А чё раньше-то не сказали? Ну, ладно. Чему быть, тому не виновать. Чё ж поделать.
А мы пока что с вами забираем что? А, это именно к этому городу относится плюсик. Блин, а я не знал. Господи, столько проблем теперь с этой движухой, если честно. Если я это снесу, то мне не вернули ресурсы. Я сейчас заплачу. Блин. Мне не вернули ресурсы, и на этом мы, наверное, закончим игру. Я надеялся, что мне хотя бы половину вернут за снос. Я хотел перестроить и построить... вы поняли, да? Построить здесь здание, чтобы... А то у нас минус 15 заход, а это нифига себе, будем честны. Но, видимо, не судьба. Ну и ладно, серия все равно идет уже довольно-таки долго. Посмотрели на игрушку, вроде интересно. Может быть, даже когда-нибудь на стриме, если будет возможность, пройдем. Или еще, возможно, я сам пройду, кто знает, кто знает. Но ближайшие несколько дней я для вас выпущу еще несколько новых роликов. Не знаю, может, по одному ролику будет выходить в день, чтобы было, ну, сами понимаете... Хоть что-то выходило. Не часто, но выходило. Да, как-то так. Ну, а с вами был Костя Зелё. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы здесь первый. Ставьте лайки, прожимайте колокольчик. Не забывайте оставлять свой комментарий. Увидимся с вами совсем скоро. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.